Netekau Fredžio su Giedre. Į pabėdą sulipo jau 6 ar 7 grupės. Oras nuo to laiko geras. Jie šiais metais ėjo pirmi.
сядь, да? Не надо нам туда бежать. Так, ну, а где? Плаванич ушел? Ребят, что, как, ушел? Я закрываю. Да? Так, что, последние новости, как что он сказал? Подсадка здесь будет? На ледовом? Ну, здесь он заберет, мам. А, не знаю, да, сюда сейчас, оставишь? Сейчас отдадим. Сюда оставишь, через два. Полчаса туда, там они завтракают пока туда-сюда около часа, и назад опять полчаса. Ну что, мы пойдем тогда собираться, и тогда принесем эти деньги сразу. Да, 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 да. Теперь нам сделали, да? Да, вот, так это самое. Мы сейчас возьмем деньги, придем. Мы копию себе оставим, ага, тоже описи. Ты перепиши. Перепишите вы. Я? Ой, я не знаю, сейчас как это самое. Где там что? Ну, сейчас нет, мы перепишем. Копию к себе оставляем, потому что нам тоже это самое нужно будет. У нас спасибо. Будут спрашивать, что и чего. И вам отдадим. Как? Так. Начальник лагеря, да, Николай. Нет, это мы составим тогда. Все, там, сейчас там. Сейчас да, напишем. Нет, сейчас, да, вот сейчас что снимает, да, да. Маленький. Николай Подстречный. Я Чернова Татьяна. И... Виталик Подстречный. Да. Это у нас здесь. Ну, ребята, которые сейчас собираются. Шабанов был, который улетел сейчас. И вот эти ребята. Которые... Да, и минские ребята. Сейчас идем собирать. Это наши там. Может, еще какая-то будет информация именно по детальной, что они... Может, кто-то по дороге что-то видит. Если что-то будет, да, вот по этим, кто вот описывал. Будем ждать новостей насчет Избаля, который видели. Да. Да. Может, кто-нибудь подберет, что-то видел, мы обязательно всю эту информацию. Да, и уже передадим. Уже все группы, которые там уже узбекская команда вся поднималась. Команда. Минск. Минская команда. Французы, киргизская команда. Всем было сообщено. Все смотрели, да, все вести, чтобы... Всем их информировали, да. Что увидишь, чтобы информировали. И по маленькой рации мы говорили, и так передавали. И все что-то смотрели, все присматривали с тем местом. Но конкретное место по сей день неизвестно. Даже следов никаких. Я уже смотрел все склоны, да. Все скалы, трещины. Все, ничего. Даже подозрительного, что какой-то скат или какая-то ложбинка. Абсолютно все чисто. Если бы вот... Там пещер много. Вот такая версия о том, что, может быть, где-нибудь в пещере засыпало, что там не откопать. Еще вот такая может, версия. Может, они непогоду пережидали? Газ кончился. Засыпало и все. И может быть засыпано. Но без воды, в общем-то, наверху это очень трудно. И может где-то там вот засыпало их. Не было сил, допустим, откопать. Это вот такая версия. Мы вполне вероятно. Мы же все версии уже обработали тоже. Потому что они очень долго были. И где-то там вот на гребне пещеру вырыли. Занесло их. Такая версия еще может быть. Но это весь гребень надо перекопать. Это. В тиши перевала
где скалы ветрам не помеха, помеха на кручах таких, на какие никто не проник, никто не проник. Жило-поживало веселое горное, горное эхо, оно отзывалось на крик, человеческий крик. Когда одиночество комом подкатит под горло, и сдавленный стон еле слышно в обрыв упадет, крик этот о помощи эхо подхватит, подхватит проворно, усилит и бережно в руки своих донесет. Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья, чтоб не был услышан никем громкий топот и храп, пришли умертвить, обеззвучить живое, живое ущелье. И эхо связали, и в рот ему сунули кляп. Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха, потеха. И эхо топтали, но звука никто не слыхал, никто не слыхал. Утру расстреляли притихшее горное, горное эхо, и прыснули слезы, как камни из раненых скал. И прыснули слезы, как камни из раненых скал. И прыснули слезы, как камни из раненых скал. Like every winter, mountain guides from the ex-USSR arrive to take care of the base camps located in the principal mountain ranges. Since the collapse of the Soviet Union, these camps have become independent and private enterprises. More alpinists from Western Europe are coming to the new republics, in particular to Kyrgyzstan, one of the most stable countries in Central Asia. To the east of this country, very close to Mongolia, is the Tian Shan mountain range, culminating at an altitude of more than 7,000 meters. A large number of the summits are higher than 6,000 meters and remain as yet unconquered. However, paradoxically, due to the availability of helicopters at the base camps, it is one of the most accessible mountain regions in the world. А Валерия, ты работаешь как гидом? Да, это называется, что гидом работаешь. Так называется. А мы выполняем всю работу. Это ведь помогает нашей климатизации. Мы и строим, и вот или проводку проводим, и двигатели запускаем, генераторы ремонтируем. Все. Все. Удар, удар, еще удар, опять удар, и вот Борис Буткеев, Краснодар, проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот и я едва ушел. Вот апперкот, и я на полу, и мне нехорошо. И думал, Буткеев, мне
челюсть кроша, и жизнь хорошо, и жизнь хороша. Причетки семь, я все лежу, рытаю землячки, стою, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силой берегу, бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Буткеев, мне ребра круша, и жить хорошо, и жизнь хороша. Трибунах свист, трибунах вой, а ту его он трус. Буткеев лезет в ближний бой, а я канатом жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему, чудак, устал, ведь отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо, и жизнь хороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть беде. Ведь бокс не драка, это спорт отважных и т.д. Вот он ударил раз, два, три, и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не шиша. Ах, нет, опер идет. Опер идет. А чего ты работаешь здесь, Валерия? Ради удовольствия. Правильно. Да. Как еще можно? Разве можно так работать? За деньги, нет? Нет, за деньги, за деньги так не работаешь, только ради удовольствия. А, ты хорошо. Конечно. Ты... Я всю жизнь так работаю, у нас страна такая. А. Откуда ты? Я... А? Зюд Урал. А какой материал ты использовал? Автомобильный ремень. Ага. Ремень людей, которых называем мы друзьями. Лучшие ребята. Можно показать. Из ребят раньше всех уходят. По-нашему называют сбруя. Что ж, не будем плакать. Мечта. Когда люди шли в дорогу, им всегда сопутствовала хорошая погода. И чтобы все возвращались здоровыми. Ну, на данный момент. Я не буду говорить о бытовой, о своей мечте, а вот на данный момент, где я нахожусь, я только думаю об этом. Потому что я сейчас не могу думать о домашних каких-то городских заботах, а полностью о том коллективе, среди которого нахожусь. Альпинизм в Советском Союзе. И что случилось с советским альпинизмом сейчас? Ну, по сути дела, у нас альпинизма сейчас нет. Альпинизмом мало кто занимается. Это в связи с развалом Советского Союза развалился и альпинизм, тот альпинизм, который был в Советском Союзе. Вот тот альпинизм, который был в Советском Союзе, это было отражение системы, той системы, в которой мы жили, политической, экономической. Это было коммунистическое отражение системы. В этой системе, в нашей альпинистской, там было и очень много хороших сторон, что сделало наших альпинистов одними из сильнейшими в мире альпинистами. Здесь у каждого в резерве деньги, слава и консервы, и могила чуть присыпана песком. Мы уходим на рассвете, над Сахарой дует ветер, поднимая нашу песню до небес. Командир у нас кленовый, несмотря на то, что новый, только нам на это дело наплевать. Здесь у каждого в резерве деньги, слава и консервы. И могила чуть присыпана снежком. The extreme conditions don't hold back these alpinists. Their achievements and their modesty are admirable. Середины, середины, середины. Опа!
The USSR Committee for Sports offered the opportunity during several decades for town-dwelling children to pursue long educational breaks in the mountains. Summer after summer, these youngsters launched themselves into expeditions made harsh by the limited budgets available to them. However, used to swimming in communist propaganda in overpopulated towns, they discovered in the mountains a spirit of freedom and comradeship still greatly in evidence today. With the disappearance of communism, the only structures to have assimilated privatization are the international camps. The few guides lucky enough to find work take care of the upkeep of the base camps and the maintenance of the routes to the highest peaks in the range. The Kantengri at 6,995 meters and the Pobjeda at 7,546 meters. The installation of fixed ropes in the most difficult passages and the making of ice caves as high altitude camps facilitate the ascension for future expeditions. At Inichek base camp, some creature comforts can be found. Во-первых, здесь дома, деревянные дома, в которых могут жить одновременно 30 человек. Здесь у нас есть сауна, баня, электростанция, здесь радиостанции. То есть мы поддерживаем связь с нашим офисом в Бишкеке. Кроме этого, вот с помощью таких больших радиостанций мы поддерживаем связь с нашими группами. Вот я... Хан-1, Хан-1, я база. База, я Хан, прием. База, я Хан, я вас не слышу. Мы находимся на 4900, на 4900. У нас все нормально. Будем работать дальше, подниматься на... Выше пяти. Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой. Среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов. И свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог тебе убить. В тот день шептала мне вода, удач всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда. Последний крюк.
These alpinists, forged by the severe Soviet system, affront the most difficult routes in the world, equipped, due to circumstance, with material designed and made by themselves. A basic jacket bought in Western Europe would cost the equivalent of several months' salary. For a foreigner, the possibility to tag along with these people makes for an exceptional social experience. Аналити приготовища разные блюда для occidentalni alpinisti или для русские alpinisti. Без разницы. Потому что у альпиниста нет национальности, это есть своя группа прекрасных и мужественных людей. Альпинизм — это ведь очень дорогой вид спорта. Экспедиции, транспорт, снаряжение, питание — все это очень дорого стоит. И на свои собственные деньги вот до перестройки практически никто не мог заниматься альпинизмом. Деньги на альпинизм давали либо профсоюзы, либо государство. И если я отходил от правил, установленных государством, правил альпинизма, то, по сути дела, я не мог принимать участие ни в экспедициях, ни в каких-то спортивных мероприятиях. Это была очень строгая система, и в то же время в этой строгой системе, которая ограничивала нашу, так сказать, свободу, в ней были вот эти положительные черты, что я должен был пройти все этапы развития альпинизма, от новичка до мастера спорта. По-моему, вот там печка есть. Кошки я делал полностью вручную. Берется, это было изготовлено из листа, но учитывается прокат металла. Потом высверливал, ну, шаблон делал. Шаблон когда сделал, по шаблону раз, наложение, и потом высверливал все и обтачивал. После обточки загиб, отжиг и закалка. Вот. Дополнительно делается, пескоструется. И покрывается грунтом и запекается с краской. Ну, вот я это не успел немного сделать. Покрасить, это пескострую. Материал это нержавеющий. Вот. Конечно, когда был Советский Союз, я обеспечивался, я ведущий инженер. Я обеспечивал свою семью зарплатой вот этой. И мне хватало вот хорошо, нормально жить. Нормально жить. А сейчас, когда все развалилось, значит, я получаю, ну, естественно, не ту сумму, которая мне достаточно для проживания. Поэтому я занимаюсь, можно сказать, промышленным альпинизмом. На высоте, кто ничего не мог делать, там работали мы на высоте. Высотный кран мы там ремонтировали, красили его. Так, потом, значит, потолок, это же ракетный центр, ракеты собирались. Он же, как, вот так он идет, да? Вот его на высоте. Кто там залезет? Конечно, вот мне посчастливилось попасть в эту бригаду. Проложите, проложите, выходь тоннель по дну реки. И без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте, выходь жер через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после, локти будете кусать. Сами будете не рады, утром вставший вот те раз, все мосты через преграды переброшены без нас. Так проложите, проложите хоть тоннель по дну реки, но не забудьте, затупите ваши острые клыки. Здесь уже короткие, это крайние, тамбуры, это уже короткие. Так и живем, ага. Да. То есть моя основная профессия, она в миасе, по крайней мере, не дает мне, значит, условий для нормального существования. Да? Почему? Потому что все в эти военные предприятия
закрылись, все, страна разорена, все разорено у нас. Поэтому, значит, сейчас переходим, учимся капитализму. Учить, это, наверное, очень трудно. Чтобы учим, все хотят жить хорошо, но это не так просто, наверное. А начали с перестройку, поддержали перестройку, потому что считали, что перемены необходимы. Они назрели, но не так же надо, чтобы они развал такой, допускать развал. А зимой что ты здесь делаешь? Живу в Бишкеке и работаю. У меня основная профессия, я геолог, учебный мастер горно-металлургического института. Здесь лето я провожу в отпуске, потому что очень люблю горы. Есть возможность подзаработать.
After the roving of dreams, the sound of silence is mirrored again in the icy horizon of the dawn. Freedom appears in the rock and the ice. The material, inert, heats up in the sunlight of life. The breath, in a perpetual starting over, sets alive the suppleness of existence. Какая может быть проблема в электричестве? Никакой. Два провода, все. Проблем никаких не бывает. Ну все сгнило, видишь, плохое все. Гнилое все. Мороз, ветер, солнце, холод, жара. Менять надо проводку всю и делать по-человечески. Вот так. Да будет свет, сказал электрик, и полез за спичками в карман. Такая наша работа. У нас они назывались не горные гиды, а инструктора альпинизма. Это инструктора альпинизма имели три градации, три уровня. Третьей категории, второй и первой категории. Существовали школы, специальные школы, школы альпинизма на Кавказе, 40-дневные, и существовали так называемые методические сборы по подготовке инструкторов альпинизма. Инструктор альпинизма – это прежде всего учитель. Учитель и тренер для молодежи. Вот. А я понимаю, что горный гид Запада – это прежде всего гид, который ориентирован на клиента. Очень большое различие. И различие менталитета, образа мышления. Если наш инструктор просто обучает, просто как бы рекомендует, наставляет, направляет, то я вижу, что горный гид – это больше человек, который предлагает альпинистский сервис для своего клиента. В техническом смысле, в техническом плане альпинисты советские, они были очень достаточно высокого уровня. Я вот сейчас сравниваю клиентов, многих западных клиентов, которые приезжают к нам в лагерь, ну и у них уровень, допустим, третьего-второго разряда по нашей старой градации. А с уровнем третьего-второго разряда я бы никогда не смог поехать вот в такой район, как Инельчек, и никогда бы я не смог пойти ни на Хантенгри, ни на Победу. То есть я должен был сначала достигнуть какого-то определенного технического уровня, и только после этого я мог бы поехать вот в такой район, как этот, как Инельчек, и сходить на Хантенгри или на Победу. Кроме того, допустим, на Победу я не мог пойти, если бы у меня не было высотного опыта. Высотного опыта – это на такие семитысячники я должен был бы сходить, как Ленина или Корженевская.
простые семитысячники, но, по крайней мере, они давали высотный опыт. А сейчас я смотрю, к нам приезжают такие альпинисты, уровень подготовки там 3-2 разряда, это очень низкий уровень, и они спокойно собираются, идут на Хантенгри на победу. Ну, во-первых, это что? Я где-то на 90% уже вижу, смотрю и вижу, что человек не дойдет туда. А во-вторых, это просто их опасность для их жизни. То есть они не подготовлены к таким маршрутам еще. Как зимой, кем ты работаешь? Я зимой? Да. Я водитель снегоуборочной техники. Снег, улицы чищу, дороги. Да-да. Вот. И у меня хобби зимой бегать на лыжах. Ага. Все. Где ты изучил механики? Я учился в Кемеровской области, училище. Там с ЭПТУ 12 было, сейчас поменяли, не знаю, как называется. Ага. Вот. Ну, уже больше 20 лет живу в Новосибирске. Работал в институте цитологии, это растеневодство. Вот занимался там технологией обрабатывания полей, там, подготовка почвы. Потом перешел в институт ядерной физики. Сейчас Российской академии наук институт. Сам виноват, и слезы лью, и охаю. Попал в чужую колею, глубокую. Я цели намечал свои на выбор сам. А вот теперь из колеи не выбраться. Крутые скользкие края имеет эта колея. Я кляну проложивших ее. Скоро лопнет терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные? Никто не стукнет, не придрет, не жалуйся. Желаешь двигаться вперед, пожалуйста. Отказа нет в еде, питье, в уютной этой колее. И я живо себя убедил, не один я в нее угодил. Так держать колесо в колесе, и доеду туда, куда все. Вот кто-то крикнул, сам не свой, а ну пусти! И начал спорить с колеей по глупости. Он спорит, чтоб запас до дна тепла души. И полетели клапана и вкладыши. Но покорежил он края. А, окей. И шир. А, блин. Больше нету у нас, да, это? Тары еще, тары. А у этого друга нельзя взять чай? А, надо почитать. По-немецки. По-немецки. И по-английски тоже, да? Нет. По-английски? Нет. Он только купил. А. Ой.
In this world of technology and human control, there still exist unconquerable places where hostility contrasts with beauty. The force exuded and the apparent calm unconsciously carry our steps. In total effort, man comes face to face with himself. In the mountains, each alpinist contemplates his own quest. Иду, а что надо? Да, так хотел. Скажи, достать что-нибудь? А? Если надо, я достану. Пляжка, если недалеко. Что у меня это самое? Да, да, да. У меня да. Проблема. Недалеко, далеко. Надо! Надо. Это ж важно, да, это я. Самое важное. Да, да. Самое важное. Конечно. Хорошо, но мало. Very good. Very. Very good. Прямо в кровь идет. Прямо в кровь. Это поедим. Это русский примус или? О, нет, это русский, но он... Это копия немецкого Ювеля. Он либо работает хорошо, либо вообще не работает. Сейчас вот как раз та ситуация, когда он не работает. То ли бензин ему не понравился, то ли он не еще не климатизировался на этой высоте. Климатизировался. Наверное. Это туристский примус, огонек. Рассказать, да? Да-да-да, давай. Приезжает в Париж советский гражданин в командировку по делам. Ну и последний день у него денег мало, конечно, там. Осталось 5 франков, билет уже на руках. Но надо что-то жене в подарок купить. Заходит в парфюмерный магазин, все очень дорогое. Смотрит кусочек мыла хорошего, 20 франков. Он говорит продавщице: «Мадемуазель, вы бы не могли это мыло разделить пополам?» «Окей, месье, просьба клиента для нас закон. Разрезать мыло». Он говорит: «Извините, но у меня только 5 франков. Разрежьте еще пополам». «Окей», разрезает, завертывает в такую хорошую, красивую упаковку, отдает ему, он платит деньги, а продавщица ему еще дает самый хороший, самый дорогой презерватив. Он говорит: «Я не заплатил». «Нет, это презент, подарок нашей фирмы». «Да, но по какому поводу?» «Наша фирма не заинтересована, чтобы такие клиенты размножались».
Я понял? Сан Гулаг. Сан Гулаг. Freedom, the wind, lure us between heaven and earth, along the road to the summits, calm and immobile under the relentlessness of daily torment. In the midst of these magical landscapes, which seem to be the dwelling place of the gods, we climb up with the sun, all the while hoping to make it back down like the setting sun. Russian alpinists. Foreign alpinists, the quest is the same, but luxury blocks out the view, and modesty is often the pinnacle of our capacities.
Я на часы смотрю. Полвторого обед. Обед? Обед. Обед уже надо. Да, кушать надо. Кухня звонит. Кухня звонит. Чего нам? Пойдет. Спасибо. Пожалуйста. Я сердце оставил в Фанских горах. Теперь бессердечный хожу по равнинам. И в тихих беседах, и в шумных пирах я молча мечтаю о синих вершинах. Когда мы уедем, уйдем, улетим, когда оседлаем мы наши машины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Лежит мое сердце на трудном пути, где гребень высок.